Обладатели звания Халк Кахармана и Енбек Еры познакомились с работой лицея «Арстан». Специализированное учебное заведение находится близ Алматы. Для народных героев организовали праздничные концерты и экскурсию. С распорядком курсантов ознакомились и наши корреспонденты. Учебный день в лицее «Арыстан» накануне прошел не совсем в привычном формате. Здесь встречали почетных гостей, обладателей званий Халык Кахарманы и Еңбек Ерлері. По этому случаю подготовили целую концертную программу. Песни на патриотическую тематику, музыкальные номера и экскурсию организовали сами лицеисты. Нашим лицеистам настолько интересно увидеть вживую тех людей, которые делали, строили нашу страну, обеспечивали ее будущее, создавали армию, крепили ее, создавали Комитет национальной безопасности, МВД. Это великие люди, и они так просто обращаются с нашими лицеистами, что наши лицеисты сегодня просто ими очарованы и в таком восторге. В гости к лицеистам приехали не только герои Халык Кахарманы и Еңбек Ерлері, но также заслуженные преподаватели, генералы и полковники. Им показали, как лицеисты учатся, занимаются спортом и проводят досуг. Учащимся тоже было что рассказать и показать. А также у нас очень опытные учителя, они доктора PhD, также кандидаты наук и, можно сказать, то, что делают из нас умных людей. Также хотел бы поблагодарить нашего начальника лицея. Он за 3 года обучения понял, дал нам знать то, что он является как для нас дедом, отцом, наставником. Он нас учит быть патриотом. В лицее «Арыстан» на благотворительной основе знания получают 240 учеников. Среди них одаренные дети, а также ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Помимо уклона на качественное образование, большое внимание уделяется и духовному развитию лицеистов. И связь поколений как раз одна из составляющих такого воспитания. Поэтому такие встречи довольно частые события. Сегодняшнее мероприятие, основная цель – это быть примером. Показать наших батыр, халык батырларын, для того, чтобы в будущем мы хотим воспитать настоящих патриотов, настоящих джигитов, в будущем настоящих защитников своей родины. Специализированный лицей «Арыстан» является филиалом общественного фонда ННИФ. А это означает, что учебное заведение соответствует всем международным и государственным требованиям образования. Лицей функционирует с 2011 года. За это время было произведено 10 выпусков. В этих стенах прошли обучение порядка 1000 лицеистов. Ну а выпускники поступают в лучшие военные учебные заведения Казахстана и другие рейтинговые вузы, в том числе и зарубежные. К слову, учебное заведение было создано доктором педагогических наук Динарой Кулебаевой при поддержке председателя попечительского совета лицея Тимура Кулебаева. Амина Абдрахманова, Рашид Жексембай, Атамекен Бизнес.